Это одну женщину. Борьба. Как ее звали? Кадиллак. Кадиллак по прозвищу еще свинья. Свинья по прозвищу. Кадиллак. Да какая разница? Что это? Все было? Равно кадилла. Женщина килограмм на 150. Сразу двоих-троих захватывала, приподнимала и на них падала. Раз. Подумаешь, у нас Анка чума, она машину задок поднимала. Карифанка твоя? Это старая. Подруга наша. Была такая, да? Наша котельная. Да? Сидела. Сейчас Сашка с Чусовских. Да. Сейчас работает котельная. У нас что, Семчик был? Да. Около Чехарыша. Она вот, да, возле Чехарыша. Еще она? Пульда. Послала куда-то. А тот не захотел идти, а ее послал сюда на 10 лет. Вот. Ну, она была тоже. Ну, человек прямой. Именно та категория, которая говорила тетя Маруся. Ходила в фуфайке, в ватнике, курила папиросы, пила чистый спирт. И вот она как заходила в кафе. Ну, то есть в буфет. Ну, в пивную шайбу. Да, стояла. В пивную. Шайба стояла на да. Углу вот здесь. Если у нее есть деньги, всегда любого угостится. Да. Вот. Если нет, у тебя есть что? Пожалуйста. Я никогда никто не отдал. Да. Упаси Бог. Не дай Бог кто-нибудь попробовал мордовать. Она такой подымет, вынесет. А то ему морду даст. Упаси Бог. Справедливейшая жизнь. Да, вот такая вот. Я на котельно работала в то время. Мотор. И не жадной была, она обманула. Мотор где-то был. Килограмм, наверное. Нет, по-моему, она на дизельной работала. Нет, у нас котельно. Где-то килограмм 150, наверное. Его надо было поснять на боров котла. И этот боров котла, ну, где-то 1,20 м высоты от земли. Все думали, как ее поднять, мужики. Она подошла, выругалась по-матерному, берет его так вот в охапку, подняла, поставила. Сказала, как еще два говорит, слова сказала. Какое-то русское заклинание хусым и поехала. Есть русские женщины? Да. Да. Женщины в русских селениях. Допьются до ручки, валяются. Оп, собирает, отнесет, спать уложит, все. Да? Штабельками. Мы ее раза два или три видели. Я говорю, как это? Еще удивились, почему одного, не одного, а двоих сразу. Да, удобно вести. Нет, нагрузки маленькой. Это чтобы мужики не замерзли. Говорят, у нее там штабелями. Она. Единственное, что деньги все забирала и себе не хранила. Ну, а главное то, что честно, она отдавала потом. Конечно. Утром отдавала лучше. Она не забирала. Когда отрезвеет, все. Все, они отрезвеют, да? Туда-сюда, раз по карманам, денег нет. А что ж она так радует? Она разбирайтесь, где чьи. Ну, она как? Ну, она пила же. Она тоже убивала капитан. Она пиво и водку, ничего. А если не подумать, ты же говорил 6-го. Да. Ты же говорил 46-го. Да, да, да. Да. Сразу после войны приехал. Слушай, а ты знаешь этого? Ну да, они говорят, что ты здесь 39-го. Да, не надо, да. Ну это они врут, я не в 39-м. Я раньше приехал. Не, мужчины все подадут, если надо. Я думал, все часов 9. Идем все. А ты спал, думал, все часов 9. Представляете? Время летит незаметно. Ага. Да пускай они покурят. Что ж там пока мы оденемся, а то все равно. Так нет, я разузнаю, что он себе.